Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монг. Продолжаем проходить Alone in the Dark. Блин, вот... Так, погоди, не понял. Куда мне идти-то? И откуда вышел вообще? Я из лесу вышел, был сильный мороз. Да-да, шандарахни как следует. По пустоте. Просто мы как-то появились на одном месте, и непонятно откуда. А сзади там какая-то пирамида стоит. Вот и думай, откуда ты появился, из пирамиды или нет. Что там? Напитков у меня достаточно. Сейчас будем отгадывать историю древней пирамиды. Запасный пустынный храм. Стоит в него спуститься. Засыпанный. А как в него спуститься-то, блядь? Веревку нужна, блядь. Наверное. Что-то подсвечивается. Анкер. И ничего нету. Такого, чтобы я мог его... Наверное, он там в лагере. Чтобы я мог этот анкер как-то вытащить или что. Ну да, это как раз веревка-то и будет. Наверное, здесь что-то. Че так темно, блядь? Прям. Нет, тут запасная веревка есть. А! Мы привяжем ее, что ли? К анкеру. За пределами долины мира. Тихо, тихо. Храм Нефренка лежит под нашим лагерем. Несмотря на все усилия, это скверное место не рухнуло, а погрузилось в песок. Фараона давно уже нет, его имя кропотливо вычеркнуто из всех древних писаний, но та предназначенная для крови и страха сцена осталась. Поговаривают, в храме нет света, и он был построен, чтобы приютить всех темных существ из глубин нашей вселенной. Призвать богов означало создать мост между нашими мирами. Ужасный Альдебаран Тельца, Черное Солнце, считался важнейшей звездой на ночном небе. Ибо, согласно Китаб Аль-Азиф, та была домом ползучего хаоса по имени Ньяр-Латотеп. Латотеп, бля. Ходили слухи, что с помощью древних механизмов жрецы могли создавать столпы света. Бля, их такое, блин, зуб что ли отломился? Изучаемые странным камнем под названием сияющий трапецоэдр. Несколько потоков, объединенных вместе над статуей темного человека, можно было отправить сквозь пространство к черному солнцу, послание богам. Дары, что получал отправитель такого послания, нигде не задокументированы, но предполагается, что они были связаны с темными кровавыми пактами, когда души обменивались на зловещие чудеса. Как-то скверно это звучит. Дисковый магазин, блядь. Я все забываю. А, не, почему я забываю? Ни хера я не забываю. Я вспоминаю, что у нас теперь есть автомат. Слушай, а ну здесь ничего нет. Блять. Че? Иди в жопу! Вот тварь, блять. Специально это, чтобы я патроны потратил. Они, кажется, не убиваются. Веревка. Ну, поехали. Ну, поехали. А в смысле веревка-то? Используйте механизм старого храма, чтобы найти контракт. А в смысле веревка-то упала? Это созвездие было в одной из книг Джереми. Телец, а эта звезда больше всех остальных. Не просто так, наверное. Телец, а эта звезда больше всех остальных.
Чувствую, именно тут и спрятан контракт, но как же до него добраться? Ну как? Свет там что-то надо, типа, боси-боси. Куда-то направить, блин. Канопа. Не знаю, что это такое. Для меня это ваза. Кто знает, если напишите, что такое канопа. Ни черта, да? Так, здесь какой-то рычаг. Сработало. Ой! Черт! Да отстаньте вы, твари! А как их? На, мразь. Вали! Где ты? Котину, блядь. Их еще не прошибешь. Так и... Подожди, мне же надо как-то это все подвинуть в правильное место, блядь. Меня не обожгут эти лучи? Нет. Так. Как? Наверх надо как-то попасть. Явно же. А, тут вот открылось. А там не открылось. Ладно, пошли сюда. Можно было вазу стать разбить. В ней наверняка что-то есть. Может, и нельзя. Не. Не разбивается ваза. Крепкая слишком глина раньше была во времена фараона. Можно сказать, бронебойная, бля. Так, теперь вот тут ни хрена не видно. Опять. Шкатулки пустые. Не могло у фараона в гробнице пустых шкатулок быть. Может быть, пролезешь? И чё, поясница затекла, бля. Да встань ты уже, бля. Так, вот эту штучку надо покрутить, да? Горизонт. Что за изготовленная с неожиданной точностью линза с выразительным иероглифом? Ну, понятно. Нам ее надо вот сюда вставить. И рычаг. Рычаг дернуть. И опять мыши прилетят, которые с палкой не убьешь. Это штуковина еще похоже. Сработало. Работало. И что открылось-то? А, дальше открылся проход. Короче, будем ходить линзы крутить всякие. Ошибани. Я думал, сейчас бам сделает. Но нет, просто 13 патронов в револьвере. В автомате сколько? 58. И в дробаше 10. Дробаш на мышей неохота тратить. И автомат тоже. На противников посерьезнее надо оставлять. Ё-моё, как тут все. Охренеть, блин. А, это вот это. Нет, это не эта дверь. Это мы вот как раз таки поднялись. Да задолбали вы мыши грёбаные, блядь. Отвалите. Иди нахрен. Где ты там? Да я ж тебя не прострелю отсюда, блядь. Ну, конечно, блядь. Патроны, сука, трачу. Давай, иди сюда, тварь, блядь. Я тебя опять похыркаю. Так, а тебя куда надо направить, блядь? Сука, еще мыши, смотри, мне не дают работать.
А в смысле, блин, а ВАСД вращай? Чё ты хочешь от меня? Сработало же, ты сам сказал. Выше, ой, ниже не могу отпустить. Ай, обратно сюда, что ли? Ничего не понимаю, блядь. Очень интересно, но ничего не понимаю. А, тут закрыто, блядь. Это еще выше. А туда мне не надо? Я ж там еще-то не был. Сразу сюда пошел. Ой, идите в жопу, блядь. Проклятущие, блядь, кровопийцы. Что это там? На! Парень. Да прицелься ты уже! Задолбал, блин, коса... Боки, блин. Бесит меня эти мышь. Блять, а тут линзы нет, слушай. Нужна линза еще одна. Где она? Я че буду походу с этим драться здесь? Бля, нифига себе, прикинь. Можно сюда спуститься. А зачем? Типа посмотреть, как там чё. Еще правильно расставить надо. Серьезно. Последнее время не очень люблю игры, где это самое. Где отгадывать что-то надо там дофига всякого. Но вот не хочу, блин, лень уже. В отгадайке играть. Где легко еще, ладно, хрен с ним, а вот. И вот прям дотошно так надо думать. Прям неохота вот. Не знаю почему. Помню, была... Ну почему была? Она и есть, в принципе. Переноска для линзы. Переноска для линзы. Подожди, может мне линзу надо откуда-то просто вытащить? Которая уже отработана. Вот отсюда, не? Мист, короче, называется. Прикольная игруха. Ну, слушай, я не могу ее взять. А что делать-то? Это вообще откуда-то прям... Вверху. А где еще линзы-то? Алло, блин. Мыши, притащите ко мне линзы. Я вам все прощу, бля. Здесь нет ни хрена. Здесь тоже переноска для линзы. Ага, блядь. Ага. Так, там наверх, да? Ну и все, тут больше нет ни хрена. А вот же еще проход какой-то. А это вниз. Ага. Теперь надо говорить, ага. Потому что мы здесь-то еще и не были, кстати говоря. Так, что это? Да нет, нет, нет! А, да-да-да. Ну, мою, блядь, и что, и куда его направить? Вот сюда, наверное. Так. А здесь мы линзу возьмем. Звезда. Так, ага. Куда звезду вставлять? Ну не в пиротехнику же.
Вот падла, смотри, там что-то. А, так это я там только что был. Так что это не падла. Я уж по привычке думаю, что там ни хера нет. Оружие. Тесло. Тесло. Херасе Тесло, бля. А током, что ли, херасе? Прикол, бля. Здесь заделанная дверь. Ну и хер бы с ней, пусть она заделанная. Так, где еще не был? Подожди, оттуда я спустился, да? Сюда пришел. Угу. Шли звезду куда-то вставлять. Куда, не знаю. Ты как думаешь, куда надо звезду вставить? Нет, не сюда. Хорошо, наверное, туда наверх. Потому что вроде бы как больше и некуда. Да, звезду надо вставить сюда. Поищите еще линз, чтобы направить темный свет. Блять, как вы задолбали, а? Гори, тварь! А, они реально сгорают от этого луча. Прикинь. Ой, я не могу его повернуть, блин. А, на, тварь! Не могу левее повернуть, сука, на эту гребаную мышь вонючую. Так, там дверь открылась. Дай мышь сожгу. Посмотри, какая противная мышь, блядь. На тебя тогда. Так, спускаемся вниз. И идем туда. Мышка нас поджидает. А там еще, блин, будет линза. Опа, стоять. А тут, блин, закрыто же, ё-моё. А, понял, а как тогда мне вниз-то спуститься? Там мне нет, там не то. Я ж с этой стороны зашел сюда. Вот отсюда. Ну правильно, отсюда сюда иди. А я думал, все заперли нахрен, никак не выйти. Какие лабиринты тут, а? И все, давай пошли вперед. Как он медленно ходит, блин. Просто жесть. Так, где эта статуя? Вон та дверь открылась. На, блядь, Тесла и тебя сейчас зашибу! Тварь! И еще одна. Только Тесла, блядь, закончилась. Быстро что-то. Не успев начаться. Ударь, пожалуйста, блин. Ты же умеешь без пистолета бить рукой просто. Чё, блин? Как же не понял, он же это. Может, у него пистолет в руке, сука. Тарань её! Задолбал, слушай. Окей, у нас тут еще Тесла есть. А, так ее можно бесконечное количество раз подбирать, что ли? Смотри, там еще лежит. Так, а где рычаг-то, собственно говоря? Ты видишь, я не вижу. Блин. Наверное, там за дверью, блин. Такая крепкая, блядь. Я не понял. Ага. Ну возьми там что-нибудь. Так, тебя куда? Тебя туда.
Тебя вот туда как куда-то надо. Вот так вот. Ну и... Это... Чё не так-то, блядь? Что-то открылось и тут же закрылось. Как мне отсюда выйти-то? Я не могу выйти, прикинь. Она не отцепляет. Ну, то есть я не могу от нее отцепиться. Пока правильно не сделаю. А как правильно сделать? А, подожди. Нет. Да блин, что делать-то? Что-то открывается. Он закрывается. Что-то открывается. Что открывается? Все, она дальше не крутится. Я могу от нее отцепиться. Ё-моё, блядь. Просто надо на те кнопки нажимать, блядь. О! Что-то открылось. Где-то. Где, не знаю. Есть что ли? Нет, оттуда я пришел. Оттуда я пришел. Теперь тебя, да, надо, наверное, направить на путь истинный. А куда? А вот сюда. И мы возьмем последнюю линзу. Окей. А зачем ты? Так, хорошо. Может, Теслу новую взять, блядь? Это той дверь бил, блядь. Она, наверное, уже попортилась. Сука, он не берет еще одну. Хорошо, блядь. Ну, то есть не меняет ее на новую. Это не... плохо. А это куда ведет? Почему там не брал, блядь? Странная шляпа. А это шорткат. Хорошо. Нам теперь надо вон в ту вставить. А давай беги, блядь. Я забываю, что здесь просто надо shift нажать, и он бежит. Ну, то есть не надо его держать. Еще раз нажимаешь, он не бежит. А я по привычке держать его хочу. Господи. И дальше. Преисподняя, блядь. Ой, блин. Че, нельзя было нормальный проход сделать? Зачем вот это вот, блин? Приседушки здесь нужны. Давай, давай, побежали, блин. Теперь на звезду, да, надо направить. Куда еще-то? Где мыши вонючие, блин? Сейчас сожгу, ну. А я только вниз вверх могу. Мне стоит поспешить. Блять, давай спешить тогда быстрее. What the fuck? Ну, беги ты в ту сторону. Че такой тормоз-то, блядь? Сейчас пока нагнется, пока, блядь, встанет, блядь. Беги, блин, беги, говорю. Че стоишь-то, блядь? Станьте, твари поганые.
Короче. Надо просто бежать. Да блин, он не дает мне пробежать. Задолбал ты, ёпты. Я застрял, прикинь. Я застрял. Я реально застрял. А ты чё, ну серьезно, блин? Все, я просто застрял здесь. Вот на этом месте прилип и все. Бля, ёбаная игра. Неужели ты отдуплился, блин? Если ты так будешь спешить, то мы не успеем. А нехрен было там прилипать. Залип там, блин. Да отвали ты, мразь! Мне сказано, сейчас эта штука развалится. Напал на меня, урод, блин. Он хоть здесь это. Подожди. Ой, ты, ёк. Что происходит? Тоже хотел бы об этом узнать. Где этот гребаный манифест, блин? Подбирай! Что за лото, блин? Признать психологическую травму, прорваться через барьеры самообмана, умерить маниакальное поведение – это условие темного человека. Контракт. Глава четвертая. Эй! Эй! Эй, детектив! О! О! Что вы делаете? Я кое-что нашел. Вау, нашли и сразу выпили? Боже, нет, из меня сейчас чуть дух не вышибли. Кажется, я знаю, как разорвать контракт с темным человеком. И что это значит? Все вернется на круги свои. Как скажете, я выяснил еще кое-что. О, Дорсетта и пациента. Здесь творятся очень странные вещи. Я абсолютно уверен, что двое из пациентов мертвы. А, ну да, я вроде как перестал об этом беспокоиться. Что ж, тогда глядите в оба, наверное, еще раз. Чем вы занимались? Джереми заключил с темным человеком пакт, чтобы все это безумие оставалось запертым внутри Дорсетта. Ясно. Я собирался его расторгнуть. Где он? Где талисман? У вас на шее. А, фух. Я беспокоюсь, детектив. Не стоит, я в порядке. Беспокоюсь, что от вас в этом деле мало толку. Но вы хотя бы внимание на себя отвлекаете. Доверьтесь мне, деньги вы не зря потратили. А учитывая обстоятельства, я шикарная сделка. Подсказка. Это контракт темного человека. Признать психологическую травму, прорваться через барьеры самообмана, умерить маниакальное поведение. Медицина меня подвела. Рассеять проклятие Хартвудов невозможно. Лишь жертвенный кинжал может высвободить отчаяние из окна Джейкоба. Но это станет концом Дорсетта. Пусть хоть раз мое проклятие будет оружием. Я принимаю твои требования, уползучий хаос. Строй свою тюрьму вокруг этой богом забытой лечебницы. Когда зло истощится, я останусь похороненным здесь навсегда. Вломитесь в офис доктора Грея и выясните, что ему известно. Вломитесь, бля. Чё это вломитесь-то?
Чего место? Где я, в общем? И наверх, и вниз. Где офис? Давай вламывайся. Нет, чердака ж пришел. Пошли вламываться в, в офис. Ну да, немного атмосферности. Вот уже ничего не хватало тому. Закрыто-то, блядь, закрыто. Как-то стали быстро субтитры те, или не так и шли. Не успеваю читать. Здесь открыто. Он должен быть где-то здесь. Не мог он покинуть дом. Я уже не знаю, что и думать. Ты встречал этого детектива? Кто он? Ему можно доверять? Думаю, он из хороших парней, но таких, которые вроде нас. Не будет ли он против ее пришествия? Дославится мать. Я ему незачем обо всем этом знать. Он дурак. Черная коза. Шу. Прошу, успокойся, еще не время. Боже, как больно. Как по мне, детектив Карби, похоже, решает проблемы, а не создает их. Будь готов просто на всякий случай. Черная коза. Черная коза. Задолбали эти пусты. Куда мне идти? Мне в какой-то кабинет надо ворваться. Блять, не помню, как карту опять открывать. Веришь, нет? Так, ворваться в кабинет. Офис доктора Грея, блять. Я где? Я в зале, да? Это красная, что такое? Привинченная дверь. Привинченная, блять. Мне сейчас вот сюда надо, обеденный зал. Потом сюда, здесь хода нет, блядь, заблокировано. И как же пройду тогда? Очень странно. Очень странно, блядь, как я-то это пройду-то, блядь? А все закрыто, блядь. А я ж открывал вроде эти двери гребаные. Открыто столовая, да? Так, я в столовой. Я встал. А, обеденный зал. Но тут я никак не пройду, и здесь тоже. Это мне надо спуститься, блядь. То вон там пройти, подняться. Что за бред вообще? Нахер столько ходить, блядь. Господи, что это было, черт побери. Так, вот здесь закрыто, да? А это библиотека вообще. Завалено. Чтесно, блядь, завалено. Пошли вниз. Серьезно? Как я тогда должен пройти-то туда, блядь? Через верх, что ли? Не может такого быть. Там. Сталкер с прислугой сейчас мне ни к чему. Думаю, доктор Грейс сейчас на обходе. Самое время смотреть его кабин. Да я понимаю, бля, как мне туда пройти-то, бля? Через библиотеку я точно туда не пройду. Что это? Подсказка. Сумасшествие в Астарте. Монография. Ой, я не буду все читать. Давай вот. А где это выделенное белым-то, блядь? Перевернуть страницу. Там же суть-то подсказки белым выделялась всегда. А тут не выделяется. Я хз, что это за подсказка такая, блядь. Как мне пройти-то туда, блядь? Карта мне вот вообще ни хера ни о чем не говорит.
Может, здесь? Возможно, слушай. Оранжерея, бля. Какая дурацкая карта, блядь. Я что-то в ней не очень понимаю. Охраночка пошла. Сука, ключи везде надо, блять. У меня их нет. Тут же как-то. А зачем мне наверх? Не, здесь я не пройду. Ключей нет у меня. Лестница же вот тут есть. Ну ничего, нахрен тогда сюда спускался. Алло, найти другой путь. Фойе. И чё, тут фойе, бля. Это кабинет, бля. Так, где? Приемная. Процедурный. Так, а там закрыто, бля. У меня нету этого какого ключа. Я тут должен быть запасной ключ от кабинета доктора Грея. А. Да? И где? Где он тут должен быть? Если он тут был, почему мы его сразу не взяли? Мы ж тут уже бывали. Откройте сейф в кабинете администратора, блядь. Ой, блядь, это что, мне ту подсказку надо читать? Я не хочу, блядь. Не хочу, там столько текста. Да иди ты в жопу, блин. 9. А... Раз, два, три. Раз, раз, два, три. Ни хрена. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, девять. Как не работает такая херня, блин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вправо один, влево три. Раз, два, три. Хрена с два. А как тогда, блядь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Один, раз, два, три. Интересно. Какой-то забубенный, бля, кот. Подожди, а как? Как мне... Девятку крутите влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Единицу вправо. Раз. Тройку влево. Раз, два, три. И чё? В смысле, бля, как я могу девятку крутить влево, бля, я не понимаю. Какой-то хитрый сейф, бля. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Как это, блин? Ключ, блин. Ключ от офиса доктора Грея. The last...
Пустая комната. Последний гость в пустой комнате страдал от острой дезадаптации. Я должен это записать, ибо если я правильно понял его недуг, в будущем он может заставить меня... Короче, чуть-чуть, если захотите. Ой, дурацкий код у сейфа. Так. Кабинет, собственно, вот он, правильно? Кабинет доктора Грея, отображение его хозяина. Посмотрим, что он нам расскажет об этом парне. Так, ну да, посмотреть-то мы посмотрим, дорогие друзья, но в следующий раз уже. Давайте на сегодня закончим. Устаю я на работе, блин. На этом у меня на сегодня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Удачи.